Особенно это касается тех девушек, которые стараются делать ежедневно, я знаю таких. Делать этого нельзя каждый день. То есть такие вот маски сильные с коллагеном, с гиалуронкой, достаточно там, ну, не больше 2 раз в неделю. Они действительно очень сильные, эффективные, поэтому рекомендую от души. Главное, не перебарщивайте. Как говорят, лучший враг хорошего, поэтому во всем нужна мера. Мой сказочный дом. Любимые мои дорогие, так как часто меня спрашиваете, чем же я завтракаю, обедаю. Вот сегодня, например, у меня разгрузочный день. Это кашка без лактозы, без молока, из 4 злаков. Значит, кашка, как я вам сказала, безмолочная. Она на растительном молоке, миндальное молоко, ореховое. Вот такие вот 2 финика, не больше, так как мы сегодня разгружаемся. И... Выхожу, выхожу, на пороге лета отсидел я за все, за то и за это. Выхожу, выхожу, выхожу. Вот смотрите, вы возьмите, разрежьте немножко, а потом вот так подденьте скальпелем. Если нет скальпеля, можете ножичком просто кухонным. Разрежете, подденете, у вас все получится, у вас получится. И выдерните, и все будет хорошо. Такой вот кофеечек, тирамисушечек, сырнички, восточные сладости. Ну и, конечно же, прекрасная наша хозяйка Наташенька. Так красиво и уютно. Еще у меня макияж с Первого канала остался. Моя любимая Лилечка. Очень красивый. Тенюшечки она мне опять отсыпала. Люблю. Ням-нямка сейчас такая у нас будет вкусная. Еще в соусе терияки мы добавим в креветочки. Еще у меня макияж с Первого канала остался. Моя любимая Лилечка. Очень красивый. Тенюшечки она мне опять отсыпала. Люблю.